Мы на месте. Мы приветствуем Андрея, интересуемся, готовы ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. У него голограмма стоит, точная копия, просто как застывшая улыбается. Понятно. Сканер, просканируй Андрея, отключи эту голограмму, включая все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, связанные с этой голограммой. Они пульсируют красным цветом, сканер их видит, отключает, выводит полностью. Как все это выходит, голограмма отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Андрей, вы меня слышите? Видите? Да, он слышит, он себе чешет руки, потому что в этой голограмме были подключены чипы и проводки разные шли. В тех местах, где были проводки и чипы, он это чувствует, там как покалывание. Такие покалывания, да, были. Хорошо, Андрей, вы даете нам свое согласие на диагностику и чистку? Дает. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Андрея, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Андрея, находит все. У него арахноид, гуманоид. Его голограмма? Да. Хорошо. Дальше. Небольшой инсектоид и джин. Понятно. Итак, у нас джин 2003. У нас гуманоид с голограммой. Откуда ты гуманоид? Орион. Орион. Как долго ты находишься в этом биополе? 4 года. Арахноид. Сколько ты находишься в этом биополе? 3 года, 3 месяца. И инсектоид. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? 4 месяца. Джин, сколько ты присутствовал в этом биополе? Около 2 лет. Кто из вас присутствует, кроме джина, в квартире? Арахноид присутствует. Гуманоида из палаты. Понятно. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Андрея спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду, каналы строятся также и к голограмме гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Андрею. Усилий потоки в 50 раз. Сканер, дай мне полноту души Андрея на настоящий момент. 98%. 98%, значит 2% находится в голограмме, если он не отправил. Ты не отправлял копии гуманоид? Нет. Хорошо. Вот копия уже готовая стоит, но пока не отправленная. Может, тебя это и спасло? От чего? Отпустишь меня? Нет, конечно. Спасло от более серьезного наказания. За то, что ты сделал, безусловно, ты будешь отвечать. Но не здесь. Ты знаешь правила игры. Ты знал, какие риски ты идешь. Соответственно, говорить не о чем. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Андрей забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Забираем из этой голограммы весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Андрея находится, мощным потоком пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. Что возвращается из голограммы? Посмотри, Вера. Энергии возвращаются. По чакрам, в том числе человеческие частички души возвращают. К нему идет информация, что это голограмма, это его копия, которую он бы отправил в ближайшем будущем. Мы еще успели, да? Если бы он это ее отправил, Андрей бы началась совсем другая, более страшная жизнь. Он бы начал строить вторую, отщепляя кусочки души. Заканчивается это все с психиатрией, когда у человека не хватает определенного количества души. Закончился ревиз. А та копия обработала на рабских работах. Реверс мы все убрали. Начинаем вытаскивание. Инсектоид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил на своей чистоте. У тебя инкубатор есть? Нет у него. У него жидкость какая-то. Он недавно вот, там. Вот жидкость эту вытаскивай. От нее у человека в желудке потом проблемы начинаются. И всякие другого рода болезни. Готов. Арахноид, выходи. Снимай всю свою паутину, все, что ты оставил, если есть иголки, вытаскивай, ничего не забывай, возвращайся назад. Он все снял. Сканер, просканируй сейчас Андрея на чистоте гуманоида и голограммы. Не осталось ли какого-то чипа, датчика, импланта незамеченного, который мы не вытащили? Если находишь, выводи это все, отключай полностью. У него на шее кольцо. Это кольцо выходит сейчас. Есть. Отправляя в клетку-тюрьму. Выстраивай прямой канал от Андрея к этому кольцу. И Андрей реверсом отдает все негативное, патогенное, низковибрационное, что он получил от этого кольца. 1, 2, 3. Мощным потоком все пошло назад. Здесь вибрации какие-то идут, как волны. Готово. Установили фильтр золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса Андрей забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все свои родные энергии, находящиеся в кольце. 1, 2, 3.
пошел поток. Найдет голубая энергия Вишудхи. Да, голосовая горловая чакра. Да. Чакры. И у него голос вот с этими вибрациями, которые были как дрожал. Хорошо, Андрей теперь знает причину дрожания голоса. Готово. Сканер, дай мне полноту души сейчас, на настоящий момент. 100%. Если кто это все у нас вытащил, арахноид все убрал, гуманоида мы забрали, остался джин. Джин, тебе выходить не надо, втягивай себе всю пыль, все свои подключки. Приступай. У него в ногах такой полукруг, как мячик посередине разрезанный, и он стоит на этой плоскости и качается. Кто? Андрей? Да. Ну откуда это? Такая подключка у него, джина. Джина, что это означает, эта подключка? Объясни мне. Как она воздействовала на него? Шатала экономически. А ты что? Ты такое можешь делать? Одной дал лень, а второй шатал еще экономически? Все снял. Хорошо. Все убрали, даю команду на рассинхронизацию Андрея с джином, гуманоидом и его голограммой, арахноидом и инсектоидом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Все убрали, помогаемые энергии Андрея отстегнуть все каналы. К интерферентам и их подключкам на счет 3, 1, 2, 3 удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Так, все прошли проверку. Арахноид и джин. Я сейчас открываю два портала. Вы пойдете в квартиру Андрея, соберете все, что вы там оставили. Я проверю и отпущу первый раз на вашу чистоту. Все понятно? Да, понятно. Открывается два портала в квартиру Андрея. 1, 2, 3. В один идет джин, в другой идет арахноид. Закрывая, печатаю, растворяя оба портала. Инсектоид, ты больше никогда не придешь в этот биополе. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю. Гуманоид Орион 4 года сидел. Голограмма и кольцо находятся в клетке. Там возвращалась энергия по чакрам. Мы вернули 2% души, которые были уже в этой готовой голограмме. Он готов был ее отправлять. Просился, чтобы его отпустили, но я сказал, что сегодня другие планы. Мы его заберем вместе с артефактами. Благодарю тебя. Готово. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом Андрея, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии. На его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Здесь клубы такие серо-темные. Хорошо, Андрей. Так выглядят ваши эмоциональные энергии внутри. Безусловно, это было от воздействия интерферента. Вы готовы избавиться от этих энергий? Да, готов. Сворачивая энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Поехали по частотам. Один образом. 1, 2, 3. Хорошо, Андрей, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно, насыщенно, свободно. Отлично. Да, с этим гуманоидом там игры были бы короткие. Со временем он бы перенял полностью все ваши функции. Теперь его нет, его забрала межгалактическая полиция. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Квартиру Андрея ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью его квартиры. 1, 2, 3. Да, я здесь. Входи в квартиру. Клетка остановилась. Да. Кто у нас? Арахноид, синий дракон, джин, бес, одна воронка. Еще что-то? Под воронкой открываю портал в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Там была конструкция какая-то гуманоида в квартире. Она сейчас подсвечивается красным цветом. Видишь, четко и ясно. На спальне, на потолке. Хорошо, в этом месте внизу под этими платами открываю воронку в галактическое ядро, срываю эти платы и скидываю их на переработку в первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Арахноид, синий дракон, джин и бес. Тогда начинаем с арахноида. Арахноид, ты все собрал? Да, он все снял. Показывает шкаф. Шкаф там был. Шкаф, да, конечно. Он любит эти места. Ты больше в этот дом и в это биополе не придешь, арахноид. Тебе это понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Синий дракон. Ты все снял? У синего дракона были платы. Где? На балконе он показывает и коридор. Угу. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда ни в это биополе, ни в эту квартиру не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя.
Готова. Хорошо, Джин. Я думаю, мы сегодня наговорились достаточно. Ты все понял. Ты больше в это биополе в квартиру не приходишь. Джин все понял. Джин готов уходить? Джин готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Бес, ты свое все собрал? Бес все собрал. Пошли, бес. По квартире показывай мне порталы, я их закрываю, потом собираю тебе негатив. Нан схода начинает, как заходишь справа. Да. Шкаф, который открывается, и там тоже зеркальные полки или что-то такое. Вот он, верхняя часть переходит на потолок портал. Внизу, в этом месте, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. А на входе зеркала? Там есть слева две большие двери зеркальные. Это не портал. Хорошо. Дальше в спальне. Две тумбочки, два зеркала. Портал тот, который ближе к окну. Под ним открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантома частицы портала уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Бес и Джин им пользовались постоянно. Понятно. Готово. Еще есть? Да, в ванне, в стене, в левой. Это сама ванна, там углубление такое, но дальше портал переходит. В этом углу внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантома частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Дальше это шкаф, который полностью с зеркалом. От этого зеркала, от него идет энергия очень много из портала, и она полностью на шкаф распространяется. Да, зеркала — это потенциальные порталы. Открывая под этим зеркалом воронку в галактическое ядро, портал фантомы частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Еще есть? Все. Хорошо, возвращаемся к клетке. Даю команду. На счет три скажи вибрационная эмоциональная энергия эмоций, мыслей, чувств. Здесь космический больше, чем эмоции и такие средний шар эмоций, космический, как вытянутый такой овал. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Второй шар, бес. Твой шар забираешь? Да. Отправляю бесу. Готово. Хорошо, бес, найди себе новое место обитания. Ни в это биополе, ни в эту квартиру ты больше не зайдешь. Я буду здесь все запечатывать. Все понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. Бес забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Под клеткой открывая воронку в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. В автоматическом режиме. Готово. Мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры. Поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем.